пятницу в Самарской области облачно, пройдет дождь, возможно, гроза, 25-29 градусов днем, ночью 20-22 выше 0. Ветер западный, северо-западный 2-4, порывы до 12 метров в секунду. В Сызрани облачно и дождь, днем плюс 25, ночью плюс 21, северо-западный 3 метра в секунду. В Тольятти небольшая облачность, дождь с грозой, днем плюс 25, ночью 22 выше 0, западный ветер 3 метра в секунду. В Самаре облака, небольшой дождь, гроза, плюс 25 в дневное время, ночью плюс 20. Западный ветер 3 метра в секунду, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 70%, температура воды в реке Волга 21,8. Внимание, малая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.